К другим новостям. В Чувашии усилилась активность деструктивных организаций. В народе их называют проще – секты. Хотя в законе такой формулировки нет. Об этом на специальном семинаре заявил председатель Центра помощи пострадавшим от сект Сергей Федоров. В подобных структурах, как правило, авторитарное управление. Права людей сильно ограничиваются, а деятельность иных просто опасна для жизни и здоровья. Словом, секты обладают разрушительной силой. За ними нередко тянется криминальный шлейф. Просьба ужесточить законодательство в отношении сект звучала недавно на встрече представителей Самарской области и президента страны Владимира Путина. Там жаловались на разгул сектантства в регионе и говорили о его проникновении в школы и институты под различными предлогами. В Чувашии деструктивных организаций немало, говорят участники семинара. Даже 1% уже много. К ним эксперты причисляют организации, чьи названия на слуху. Свидетели Иеговы, последователи этого учения в республике до 4000. Школу духовного подвижничества Ольги Асауляк, адвентист седьмого дня, общество сознания Кришны, культ Анастасии и учение Ясны. Суть и предназначение организации ярко выражены в изречениях создателей культа Анастасии: продавать квартиры, сажать кедры. Или учение саентологов: хочешь заработать денег, создай религию. Комментарий одного из интернет-пользователя о том, как выманиваются деньги, сегодня зачитали в зале. Что их общество типа не является сектой, я прямо как написано в интернете, так говорю. Затем долго и усиленно впаривают, очень хитро, опустошись и будет лучше. На водное занятие пришло 46 человек, записалось 22. Я присутствовал на введении, посмеялся, ушел. Но ведь 22 человека отдали деньги, которые кто сколько мог. Затем предлагают дальнейшие занятия. Там втюхивают так, больше дадите, будет лучше. В последние годы появляются новые культы – синтез фа, неоязычники. Секты маскируются под культурные, образовательные и другие проекты. Участники семинара говорили о том, как противодействовать таким сектам. Согласились с тем, что нужно усовершенствовать федеральные и региональные законы, которые регулируют деятельность деструктивных организаций.